Да? Да, Да. всем доброго времени суток, кто будет смотреть записи. Сегодня у нас в гостях Максим и Алтай, и поскольку у партнеров возникли очень много вопросов именно по поводу бота, установления бота, группы, трафики и все остальное, сейчас Максим даст нам такой, как говорится, взгляд на эту всю ситуацию, что нам нужно делать пошагово, да, и как правильно сделать, подготовить инструмент. Валда, спасибо, спасибо. Валда, Сарма, всем привет, привет, привет тем партнерам, кто будет нас смотреть онлайн, ну, смотреть уже в записи. Давайте я вам объясню, во-первых, что такое автоматизация, чтобы все прекрасно понимали. Когда вы берете список своих друзей, и вы начинаете делать созвоны, да, то есть у вас есть какое-то преимущество, у вас есть то, что предложить своим партнерам, и вы хотите до них это донести. Вы звоните и тратите 10-15 минут на каждого партнера. То есть 20 там человек в день вы можете отзвонить и пригласить их на какую-то вечернюю встречу, на презентацию, да? Значит, и на этом ваши возможности заканчиваются. То есть автоматизация, что это такое? Автоматизация – это более обширное тысячное оповещение людей о предстоящем каком-то мероприятии, либо о вашем оффере, о вашем предложении, да, оповещение. И вот автоматизация, она работает как просеивание песка. Если мы с вами возьмем просто КАМАЗ песка, поставим сито, и этот песок через это сито вот так просеем, у нас здесь вылетит 2-3 камушка. Все, вот 2-3 камушка – это те люди, которые прошли по нашей ссылочке и получают информацию в нашем информационном боте в первом сценарии воронки. Именно автоматизация – это просеивание. И когда мы с вами создаем дополнительный аккаунт, создаем группу, группы, я бы так сказал, да? Сейчас мы с вами создаем одну группу для того, чтобы научиться. Но в одну группу мы добавляем, допустим, у вас в группе 1000 человек, то есть не более 10%, то есть 100 человек в день. Вот. А конверсия такая, с 1000 человек к вам пишет 1, 2, 3, 1003. Понимаете? А мы добавляем 100 в день. То есть за 10 дней в одну группу мы добавим 1000, и за 10 дней мы получим 1, 2 сообщения входящего трафика. Это конверсия. Сейчас мы учимся на одной группе. Дальше я буду показывать инструменты, как эти группы размножить. Я уже начал марафон свой собственный, сделал 6 групп и показал, что у меня 3 группы на сегодня, 3 группы на завтра. Чуть позже я потом эти группы еще размножу. У меня их будет как минимум 20 групп, чтобы было 10 сегодня, 10 на завтра. Но для Максим, того, чтобы... извини, а где ты марафон проводишь? В какой группе? Марафон Ребята, всем у себя, привет. Да, привет. марафон в технической школе. Я объяснил, показал, значит, вчера, что я начал 30-дневный марафон. Я хочу показать, как я получаю входящий трафик, как я строю команду за счет инструмента. Онлайн показываю все, что происходит. И Это очень хорошо. вчера, как только я наполнил эти 6 групп, уже одна входящая заявка есть. Вчера мы познакомились с Сергеем, пообщались. Он еще пока не активировался, он посмотрел, говорит, интересно, давай посмотрим подробно. То есть процесс пошел, да? И я хочу показать на этом процессе, как правильно работать с трафиком, потому что трафик – это просеивание, это сбор целевой аудитории. Если человек некачественно собирает целевую аудиторию, от балды кинул 2-3 чата в трафик-бот, спарсите мне всех, кто там есть. И взял этот список, заплатил деньги и заказал. А там одни собачки, кошечки, ну, там нет партнеров, с которыми бы можно было пообщаться. Вот. С которыми можно работать. Поэтому я говорю, что целевая аудитория, это сейчас, давайте чуть дальше, это я уже про целевую отвлекся. То есть, что такое входящий трафик, что такое автоматизация? Это масштабное оповещение,
какой-то информации о предстоящем вебинаре, о каком-то вашем продукте, масштабное оповещение и получение нескольких процентов только людей с этого масштабного оповещения. Потому что у каждого партнера есть на сегодняшний день какая-то компания любимая, в которой он двигается. И зайдет ли та информация или нет, мы не знаем. То есть нужна она ему сегодня или нет. В данном случае человек, увидев информацию, он просто для себя либо галочку ставит, остается здесь, о, инструмент прикольный тут есть, маркетинг там пока не разбирался, инструмент на будущее, да, надо освоить эту технологию, потому что всегда хотел, а тут вроде как бы и школы, и мастер-классы есть, супер, останусь я в этом чате, понимаете? А некоторые люди, они просто зашли в чат, ничего совсем не поняли, потому что у них голова занята сейчас их проектом, их компанией, где они сейчас двигаются. И они просто выходят из этой группы. Понимаете? Поэтому это идет просеивание. И не страшно, что люди выписываются. Люди отписываются по нескольким причинам. Во-первых, на сегодняшний день у Телеграма есть такая функция спам-фильтра. Он, когда видит, что ваша группа нарушает, как говорится, регламент Телеграма, он посылает туда спам-фильтр. И там спам-фильтр сидит, и вы добавляете людей. А спам-фильтр берет и этих людей убирает. Сам. Это не люди отписываются. Сам Телеграм берет и убирает. Понимаете, как это происходит? В программе, в которой мы работаем, у нас пишет, не добавлено ни одного пользователя. Не добавлено ни одного пользователя. И вот каждый запрос идет вот так, не добавлено, это значит, эта данная группа стоит под спам-фильтром. И нужно подождать 3-4 дня, пока этот спам-фильтр уйдет оттуда. Он как бы увидит, что там тишина, что никаких противозаконных действий не происходит против Телеграма, да, то есть никакого спама, никакого это. Есть какой-то органический трафик, заходят люди, ставят лайки. Допустим, это наши участники компании по взаимной подписке заходят, лайки ставят. Вот 3-4 дня прошло, спам-фильтр ушел, все, можно опять потихоньку добавлять. Не более 10%, я еще раз говорю. Вот тут вот как раз жадность, она немножко, хочется же больше оповестить. Когда хочется оповестить больше, надо просто сделать больше чатов. Вот и все. Это масштабирование. И поэтому, когда у человека 300 человек в чате, а он берет и закидывает соточку еще. Вот 100% говорю, на завтра или к вечеру будет стоять спам-фильтр в этой группе. И это плохо. Это дополнительное ожидание, пока этот спам-фильтр уйдет с этой группы. Поэтому я всегда говорю, не более 10%. Если у вас 300 человек в чате, добавляете 30 человек. Не больше 30. Вот. И как раз на технических школах сейчас буду я показывать прям онлайн, что я делаю, как я 6 своих групп нагреваю и что я с ними делаю, да, то есть какое количество добавляю. Вот, поэтому тут очень важно просто понимание того, что, во-первых, группа – это расходник, во-вторых, группа, она для того, чтобы это как сито, которое просеивает всех, кого вы добавляете, просеивает, и по ссылке проходят единицы уже по воронке. И вот с этими единицами вы уже работаете. Это как раз те горящие партнеры, которых зацепила информация, которым понравилась идея маркетинга, либо понравилось то, что есть инструмент, то, что есть мастер-классы, что он получит новую профессию, что он что-то узнает в интернете и десятилетиями потом будет этим пользоваться, чтобы строить команды. Вот это важно. Я сейчас начал записывать свой короткое видео свое. Я решил, что в чате надо еще свое короткое видео сделать, где я покажу, как наполняется инструмент. Как, то есть вот процесс автоматизации хочу показать, чтобы именно в чате было маленькое коротенькое видео об инструменте и плюс инструментах, которые можно использовать вне компании Money Magnet, а вообще просто в своих целях, в любых направлениях.
И это создаст дополнительную конверсию. То есть люди будут меньше отписываться. Это видео будет доступно сразу же на канале. Скачиваете его и отдельно к себе на канал удаляете бота последнего сообщения. Ну, просто последнее, не самого бота, а удаляете последнее сообщение, которое через час приходит. Ставите туда мое видео, можно какое-то описание еще снизу, и автоматически придет последнее сообщение последним. Максим, то есть это видео нужно ставить у себя в боте или в группе напрямую? Группе, в своей Сразу в группе, да? это реклама, это видео для рекламной группы, да, для рекламной группы. Я А думаю, то конечно. есть то, что приходит каждый час, она остается тоже и дополнительно вот это видео? Да, я сейчас объясню. Значит, дальше. То есть это мы поговорили с вами, что такое трафик, для чего он нужен и какая его специфика. То есть его специфика – это отсеять. Кому не нужно отсеять полностью холодный круг, да, и приблизить к себе теплых, кому что-то понравилось. Потому что все, что видит человек, это вот то, что находится в группе. И качество оформления группы как раз влияет, и информация, которая видна, оферы. Я прям рекомендую что-то жирным прям выделить. К сожалению, наш бот пока этого не умеет, но мы сейчас делаем новый инструмент. Шикарный, который будет не только автопостинг делать, там можно будет и смайлики, и жирным, и курсивом, то есть там можно покреативить будет самому уже очень сильно. Пока все идет просто автоматически наполняется. Значит, что я хотел сказать, что в этой группе идет автоматическое наполнение. Вы это наполнение, в принципе, можете менять, то есть на свой лад 3-4 поста, не больше, не надо много постов. 3-4 поста, которые будут говорить о самом главном, о преимуществе маркетинга и о инструментах, которые получает, и о мастер-классах, которые у нас есть, которые получает здесь партнер. Вот. О том, что его ждет здесь как бы новая профессия, мало того, что он будет зарабатывать, еще и новая профессия, которой он будет пользоваться и зарабатывать на этом десятилетиями в интернете. Значит, и бот последнего сообщения. Вот это вот сообщение, которое в час приходит, я еще раз говорю, сейчас готовится новый инструмент. Уже сейчас вы можете в своем боте Money Magnet, поменять текст, который приходит. Вот сейчас каждый час он приходит абсолютно разный. А в боте вы можете поставить свой рандомизированный текст, любой, какой вам нравится, а ссылочка автоматически сама там будет публиковаться. То есть вы только текст с эмодзиями, с офферами ставите, и у вас каждый час будет публиковаться уже разный другой текст. Да? Бот-админ у нас есть, и со второго стола доступен бот-админ. Там вы можете вообще просто настроить свои оповещения, то есть бота последнего сообщения вы можете настроить своими оповещениями и задать интервал. Раз в 2 часа, раз в 3, раз в 6 часов, там, как кому удобно, как, да? То есть То там есть есть это бот-админе можно поменять интервал. от админи, да, со второго стола, он доступен автоматически каждому партнеру, туда можно заходить, там можно делать своего уже, то есть это уже ручная настройка своих групп, не относящихся к готовому решению. То есть готовое решение – это для новичков, где все автоматом. Понимаете? Для более опытных людей вступает уже бот-админ. Бот-админ – он для всех проектов, для любых действий, которые бы вы не захотели, и у вас пожизненный доступ к этому инструменту. Вы, овладев этим инструментом, можете влиять на, значит, время публикации последнего сообщения в вашем посте, наполнение, которое идет. Вы можете их сделать 10-20 разных и так далее. То есть, или вы можете сделать раз в час публиковать, раз в 3 часа публиковать такое-то, раз в 6 часов публиковать такое-то. И, допустим, тогда у вас будет постоянная перемешка
двух постов, понимаете? То есть у вас они будут меняться и уже два поста. То есть я говорю, там автопостинг очень шикарный. Мало того, что сейчас выйдет еще один инструмент, он просто вообще, это будет эксклюзивно, такого вообще нигде нету. И вот его настройка ручная, опять же, на каждую группу отдельно, то есть вы настраиваете, прописываете, значит, к какому боту это относится, и этого бота добавляете администратором в те группы, в которых вы хотите, чтобы это происходило. Вот, поэтому то, что мы сейчас сделаем, это будет уже такой инструмент масштаба профи, и это будет круто. Давайте, значит, сейчас пока что есть, да? Что есть? Есть автоматическое наполнение, это готово решение. Человек просто делает несколько действий, у него наполняется чат, у него в этом чате автоматически работает бот последнего сообщения, в этом чате автоматически работает бот почищала. И в этом чате автоматически появляется его реферальная ссылочка. Вот это готовое решение для любого человека с телефона, настраивает и все. Дальше он проходит в бот трафик, заказывает там список целевой аудитории по юзернеймам чатов, которые он даст. Вот он дал юзернеймы чатов 10, 20 юзернеймов. Стоимость услуги, она не говорит, что это на один чат в трафик-боте. Вы можете скинуть 20 чатов на будущее, и вам с 20 чатов соберут там 1500-2000 человек, да, самых активных. И это будет стоить 150 рублей, насколько я помню. Дадите 2 чата, вот это будет стоить 150 рублей, вам 2 чата спарсят, 300 человек вам дадут, и все. Они услугу выполнили. Поэтому любое количество чатов единоразово отправляете в трафик-бот, вам дают большой список аудитории, и вы сидите с этим списком, работаете, удаляете оттуда разных кошечек, собачечек, с кем вы не хотите общаться, кого вы не хотите видеть у себя в команде. Если вы понимаете, что этот аккаунт, ну, ничего не представляет, но любой человек, активный, хороший человек, он не будет называть себя Спайдермен или Паучок, или кошечка, или котеночек, либо там мышечка и все такое. Я удаляю таких. Зачем мне тратить время на мышечку, когда я лучше буду работать с Валдой? Понимаете, я ищу имя, фамилию и фотографию. Если я вижу имя, фамилия и фотография, отлично. Дружище, я хочу с тобой общаться. Я его оставляю в этом списке. То есть в списке, который вы отправляете на инвайт, должны быть только люди, с которыми вы хотите общаться. И вот тогда вы уже много просеете сами ручками. Сейчас мы... Я сейчас немножко открою. Запись идет. Ладно. Сейчас мы продумываем инструмент, чтобы избавиться от этой рутины, чтобы мы могли список целевой аудитории по определенным критериям, которые выставляем, автоматически, как бы автоматически почистить, да, почистить, вот. Там надо будет пару аккаунтов дополнительно купить, вставить. Ну, в общем, сейчас мы это делаем. Не скажу, что это будет быстро, потому что задач поставлено очень много, программисты хватаются за голову, сколько мы на них накинули. Но то есть, Максим, если я правильно понимаю, парсинг мы ставим полностью просто название группы, или мы там с этой группы уже отбираем людей, или как это будет функционировать? В парсинг вы только название, юзернейм группы. То есть вы берете ссылочку на группу, с которой вы хотите собрать целевую аудиторию. И вы даете несколько списочков. То есть даете их 20 списочков, 15, 10, то есть несколько групп давайте, не только одну, две, три, а давайте хотя бы минимум 10 групп. И заказываете парсинг, заказываете сбор целевой аудитории. К вам приходит списочек. Благодарю. Ага. То есть сперва нужно подключить трафик, да, чтобы набралось, скажем, там людей 500. Как минимум, да? Это накрутка, давайте своими словами называть. То есть мы сначала делаем накрутку. Вот мы установили готовое решение. У нас есть чат.
В этом чате все, у нас есть бот последнего сообщения, бот чистильщик, все, у нас все работает, есть своя ссылочка реферальная. Дальше мы эту группу наполняем аккаунтами фейковыми. Там не будет нашей целевой аудитории, там не будет людей, кто нам напишет, это просто аккаунты, боты, офферы. То есть это такие аккаунты, которые зарегистрированы для работы, для инвайта и так далее. Вот. Поэтому вы заказываете накрутку 100 рублей, вроде бы стоит, не помню я точно по цифрам, и 500 человек вам добавляют в группу. С этой группы, из этих 500 человек, в любом случае выйдут 100, 150, бывает 50, бывает 30, по-разному, да, у кого как получается. Значит, вы добавляете, в этой группе могут появиться аккаунты забаненные, да, то есть удаленный аккаунт в этой группе, да. То есть это почему происходит? Потому что этот аккаунт, он уже добавился там в тысячи, допустим, каких-то групп, и он просто забанился Телеграмом. Поэтому он у вас здесь звучит как удаленный аккаунт. Но вы его не удаляете, потому что он все равно на численность влияет. Нам важно накрутить здесь как минимум 500 человек, чтобы добавлять 50 каждый день. Понимаете? То есть эта накрутка, она только для этого, только для численности. Дальше мы подключаем взаимную подписку, и вот пошел органический трафик. Наши с вами партнеры Money Magnet, они автоматически каждый день приходят к себе в кабинет, и в кабинете у них выскакивает табличка «Подпишитесь на канал». Они каждый раз подписываются на канал наших участников, проходят вверх, проставят лайки, допустим, и отписываются. Таким образом, Telegram видит, что живой аккаунт, с которого ведется разговор, переписка и так далее, живой аккаунт, зашел в эту группу, пролайкал, все это для него органический трафик. Дальше вы предлагаете свою собственную группу своим друзьям, знакомым, партнерам. Говорите о том, что я нашла классные инструменты, нашла офигенную компанию, которая создала инструмент для работы с трафиком. Приходи в мой чат, мой личный чат. Посмотри, тебе точно это понравится. И ваш партнер приходит туда, посмотрел, понравилось, не понравилось. Если понравилось, отлично. Если не понравилось, вышел, но он все равно сделал пользу. Он зашел к вам и сделал как бы органический трафик, у вас Telegram понимает, что ваша группа, она активная, в нее приходят люди. И вот уже на последнем этапе мы по списочку, которую собрали, мы заказываем инвайт. И нам потихонечку в соответствии с 10%, если мы заказали 1000 человек, то по 50 человек в эту группу ребята будут добавлять каждый день, а там 500, в группе 500 участников, то по 50 человек каждый день будут добавлять. Это вам будут добавлять 20 дней. 20 дней 1000 человек вам будут вот так потихоньку по 50 человек добавлять. Вот. Поэтому я рекомендую, конечно же, сейчас мы протестируем сначала по одной группе, потом мы будем, естественно, их размножать. То есть должно быть хотя бы 10 групп, чтобы была какая-то конверсия более ощутимая. И вот тогда уже, когда у вас будет 10 групп, вы заказываете на все 10 групп 1000, допустим, да, и у вас, естественно, ну, как больше идет оповещение ежедневно, то есть в день уже 500 человек, а не 50 человек, уйдет на 10 групп. Это и есть масштабирование. Максим, имеет значение, сейчас очень многие группы стали, как говорится, скрытыми, да, то есть видно только админов. Это имеет значение, чтобы такую группу добавлять на парсинге или нет? Смотрите, имеет значение только в одном. Когда группа скрыла участников, трафик-бот, они не смогут собрать всех участников, кто был, допустим, недавно в течение 8 часов. Они собирают тех партнеров, кто посты постит. А это, в принципе, как раз и есть самая активная аудитория. Я никогда не собирал с чата всех подряд. Я собирал только тех, кто постит. Потому что если человек постит, он активный. Потому что 90% людей, они просто участвуют в проектах и ни разу не напишут даже пост. Ну, что с такого партнера взять?
Поэтому я собираю только тех партнеров, а как собирать миллиарды, как найти миллиарды чатов, я уже показывал, да? Сейчас покажу еще раз. Как миллиарды чатов сделать, очень просто. И вот, допустим, вчера, давайте я сейчас покажу, вот, так вот сейчас вот так сделаем. Так, сейчас. Вот смотрите, вчера я... Вот смотрите, вчера я взял вот такое количество чатов. Видите? Вот. Я нашел эти чаты. И с этих чатов я взял только тех, кто посты постил. Понимаете? То есть вот гильдия, да, гильдия. И вот я собрал вот этого человека, вот этого человека, вот этого, вот этого, вот этого. То есть я собрал только тех, кто постит посты. Это как раз и есть аудитория, которая хочет переписываться в чате, то есть которая ведет активную какую-то деятельность и так далее. То есть вот, как бы вот, видите, вот. И я собрал вот этих вот ребят. Вот. Дальше. Причем эти чаты я не знаю. Триксион, чат Рир, чат Рам, Рам какой-то. Вот, то есть, я не знаю эти компании, да, но здесь есть Виктория Дудка, Ранье Рубинович. Вот, видите, Ранье Рубинович. Почему бы нет? Я хочу с ним пообщаться, познакомиться. Видите, инвестор, инвестиции, научу и покажу, как заработать в сети интернета. Отличный человек. Почему бы с ним не пообщаться, да? Вот, то есть, таким образом я собираю именно активную аудиторию, которая только постит посты. Я беру, ставлю 1000 постов, и из 1000 постов мне вот как бы собирается мне аудитория. И я вчера собрал вот 1000, так вот. Вот видите, вот со всех вот этих чатов вот я собрал себе вот. Это вот как раз на то, что я сейчас делаю. На марафон. Вот, И их вот. просто можно прямо в группу добавить или как это? Нет, это для инвайта. Это список для инвайта. Вот. То есть я собрал список, и потом вы этот список отправляете в трафик бот и заказываете себе инвайт. Просто я владею программой, и я это делаю сам. Я не за... Я правильно поняла. Вы делаете этот список, отправляете бот, и тогда он берет эти 10% и каждый день добавляет у нас на этот чат, да? Ага, Да. понятно. Вот, то есть первое, что вам нужно? Вам нужно найти группы. Вот, это никнеймы групп. Эти Да, группы да. отправляете в парсинг, трафик бот, и Угу. вам ребята собирают вот такой списочек. Вот такой Ну списочек. вот, из этого тогда добавляется, да? Угу. Да. И вот Поняла. потом этому списочку вы поработали, вы его почистили от собачек, от кошечек, и потом уже только этот списочек отправляем на инвайт. Инвайт, ага. Да. Теперь, как чаты? Как брать чаты? Смотрите. Так, Валда, вы мне не писали, да? Нет, Валда, наверное, нет. напишите привет мне, пожалуйста, в Сейчас. Телеграме. Я сейчас покажу. Так. Наглядно, чтобы это было. Сейчас найду. Так. Мне надо в чате, где я могу найти. Так, канал. Вот, инфо. Ту-ту-ту-ту-ту. А я сейчас в чат скину свой юзернейм. Просто Она нажмите. уже... А, угу. Сейчас я найду Максима. В чате WhatsApp. Чата, ты вера? Чат Кура, чата. WhatsApp. Зума, зума, чата, или... Ну, Зум. так. А, зума, чата, окей. Лаби. Алла Ну, для нас это все совсем новое, потому и мы хотели, чтобы еще раз пройти
это все путь, чтобы мы поняли, а потом уже нашим могли показать, как вы говорили, чтобы сделать коротенькие видео, ну, по степам, чтобы они могли вот сначала купить... Я не могу отправить сейчас. У меня нету, у меня Телеграм забанил. Сарма. Ну тогда найди меня, я тебе писала, но ты меня не ответил, Сарма, посмотри. Так, Сарма, Максим, можете вы я с другого уже, профиля сейчас напишу. Я уже вам написала, вы только нужны меня найти. Так, так, так. Я с другого профиля могу тоже написать, момент. Здесь позволил. Так, Сарма, а у вас как звучит Телеграм? Максим, я отправила тоже. Ага. Вот у меня есть... А, вы по юзернейму думаете, да? Онлайн? Да. Вот, а, вот вы нашли Валду, да. Угу. Да, вот смотрите, вот Валда, да? Я копирую ее юзернейм, перехожу в прекрасного бота TG-ScanRobot, вставляю юзернейм, отправляю. А, это ваш... А, секундочку, сейчас. Просто с собачкой, да. То есть с собачкой, юзернейм, отправляю в бота. И бот, это у вас новая, ну, это новый Телеграм у вас, да? Нет, не новый, просто это мой второй профиль. Ну, этот бот, он ищет все чаты, в которых вы вступили. И вот, допустим, вот окей, видите, там. Вот видите список вот этого человека. Вот я нашел вот этого человека, Данил, активный партнер. И я его вставил, и у него, видите, сколько чатов. Да? То есть, я спарсил, почему я и хотел нормальный аккаунт. Давайте вот так сделаем. Давайте Алтая. Вот смотрите, вот у нас Алтай. Возьмем Алтая и пойдем в этот волшебный инструмент, вставим его юзернейм с собачкой и узнаем все чаты, в которые он вступил. Смотрите. Миллиарды чатов у нас. Понимаете, какой инструмент? Вам да, не надо искать. Но где вы... У нас есть эти данные этого инструмента где-то найдены? Есть, я опубликовал в школе сейчас. Ага. В Zoom. Но вы когда делаете это свой, теперь этот маратон, тогда тоже где-то скинете эту ссылку. Обязательно. Я сейчас в чате Zoom'а скинул этого бота. Обязательно его скопируйте себе куда-нибудь. Да. Я могу его запустить просто, да? Да, да, вы его запускаете. Ага, запустила, он, да. Он не бесплатный, но то, что он делает, стоит 7 рублей. Одно сканирование стоит всего 7 рублей. Опа! 7. Да. Ну да. Копейки. А копейки, да. Вы смотрите, сколько. Доход 30-40 в месяц. Гостевой мега 1000. Смотрите, вот группа не найдена. Агры, Марс, Россия, NFT, авторекрутинг, доход онлайн, вот, Алтай, БФ, крипто, вот, ну, и все. И вот так вы ходите по этим чатам и ищите себе тот чат, который вам блок Сульянова, вот. Вот смотрите, да, вот допустим, да даже Сульянов, вот взяли Сульянова, смотрите дальше, взяли Сульянова, вот смотрите, скопировали его юзернейм, у него есть свой блог. Давайте узнаем, блин, давайте узнаем, что есть там внутри, да? Да, я просто зашел в любой из чатов. О, какой-то денежный букет еще, смотрите. Вот, то есть этих чатов миллиарды, и это в наших руках. В данной базе такого человека нет. Так, сейчас, секундочку, найдем. Еще раз блок Сульянова, где мы нашли? Автор, денежный букет.
Я его уже потерял. А, мы же прям по нему можем пройти. Вот. Так. А, это я скинул. Нам нужен сам владелец. Сейчас, одну секундочку. Это была группа. Это я группу скинул, а не... Да. Алексей. Практически можно брать админов группы и таким образом пройти, найти их да. группы. Да, да. То есть берем юзернеймы активных партнеров, активных лидеров и спокойно смотрим, в каких чатах они состоят, и эти чаты парсим. Вот. Таким образом, то есть такой инструмент им никто не пользуется, а он нам дает вот весь шарик на ладони, понимаете? И вот это меня поражает больше всего, что столько возможностей есть, почему бы их не использовать? Так, дальше. То есть вот такой инструмент есть для того, чтобы собрать миллиарды чатов. Потом из этих миллиардов чатов вы смотрите, что вам интересно. Не надо мелочиться. Вроде интересный чат или неинтересный, берите только те, которые цепляют. Берите те чаты, где очень много постов, очень много каких-то скринов, вовлеченности, там люди пишут, радуются, какие-то свои, значит, вот такие чаты берите. Попадаются старые чаты, где не постили уже год, допустим, или полгода не постили. Не берите такие чаты. У вас миллиарды разных других чатов. Зачем вам затрачивать время на чат, в котором давно уже никто не работает? Берите нормальные чаты. Вот, и эти чаты отправляйте на списочек. Теперь давайте по шагам. Я бы хотел, чтобы либо Валда, либо Сарма сделали демонстрацию экрана, и мы прям на вашем аккаунте по шагам все настроим. Знаете, я-то хотела, но у меня есть, вот я вот тоже вопрос написала. Я просмотрела свои старые группы, и оказывается, я очень ленивая, у меня все группы делал кто-то другой, нету самой своих групп. И я как будто купила группу, но теперь уже больше дня жду, как будто заплатила, бота прислал мне ответ, что деньги забрал, но группы как нету, так нету, не могу дождаться. Понятно, ничего страшного, давайте с вами просто создадим новую группу и на нее настроим, а потом вы перепривяжете просто свою группу, которую получите. Включайте демонстрацию экрана, я сейчас покажу, все очень быстро давайте. Делается. Так, одну секундочку, посмотрим. Так, ладненько. Где открывайте у нас Телеграм? Так, окей. Так, вообще-то я могу посмотреть. А, ну, да, это уже не годится. Я сделала одну вот как будто. Ну, она у меня... Я здесь скидываю те, которые мне пришли от соцсети, как будто... Бот уже такие вот, ага. Которые там попались. И я вот тут даю чуть-чуть как будто информацию и как будто приглашаю вот сегодня тоже на презентацию. Ну, такие. Эта группа, пусть она будет. Давайте сделаем просто отдельную. Отдельную, вот, да? Отдельную группу, да, создаем. Так, new group, я, окей. И как-то красивенько давайте назовем. Как вам ну, нравится? Ну, пока назовем просто про примеру, да, потом я доделаю. Давайте назовем трафик с телефона. Окей. Интересное название. Трафик. Я пока напишу так, потом переделаю на русском. Трафик. Итак, сделаем. Телефон. Окей. Да, так. Да. Все, next. Поехали дальше. Next, окей. Мы сделали красивое название. Здесь нужно добавить кого-нибудь в группу. Можете добавить свой дополнительный аккаунт. А, давай, я так и сделаю. Да. Так, окей. Напишем вот этот. Это то, что я как будто сделала себе левый аккаунт. Тоже хорошо, там хорошо. Дополнительный, да. Интересно, его... дополнительный, да. Да. Называйте его дополнительным, потому что он не какой-то левый, он не да. делает Ну, вот... каких-то противозаконных действий. А да, он... группа сделана, да.
Все, вот у нас группа. Максим, Теперь... девчата, мне навстречу. Я вас покидаю. Давайте Ладненько. Хорошей. Благодарю, хорошей Алтай. Да. Угу. Да, Алтай, все, да, пока. Да, да, да. На связи, встретимся, благодарю. Встретимся в 3 на лидер Тим. Да. Угу. Да, да, да. Ага, хорошо, благодарю. Так, поехали дальше. Дальше мы что делаем? Мы просто настраиваем эту группу. Нажимаем 3 точки. Это здесь, да? Не, вон там, где название. В группе, наверное. Подожди, подожди. Ага, вот вижу теперь, да. Здесь. Вот. 3 точки, управление группой, manage group. Manage group, окей. Okay. И да. Здесь мы что делаем? Мы делаем эту группу публичной. То есть она у нас приватная. Мы нажимаем так. Приватную, делаем ее публичной. А, вот где я могу, подожди мне. Это... наверху public group. А, вижу, вижу, точку да. Точку поставлю. Вижу, ага. И... юзернейм нашей группы. А, юзернейм. В данном случае у нас трафик с телефона, я бы так и оставил. Пишите трафик. Окей. Трафик. Так, ага. Трафик тел. Допустим. Нет, а букву надо. Не трафик, а трафик. А, трафик, я. Трафик тел, допустим. Трафик тел. 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 Тел, допустим. А, нет, значит... еще такой не идет у нас. Телефон. Пиши дальше, телефон. Телефон. А, теперь пошло. Отлично. Трафик, телефон. Сохрани. Так, сейв, окей. Все, теперь дальше. У нас есть аудитория, то есть reactions, reactions. Ой, не reactions, господи, permissions. А, это, да, где ключики, да? Да, да, да. Permissions. Открываем. Дай Бог вспомнить. А, мы, у нас идет запись. Хорошо. Это наши участники. И вот здесь в участниках мы полностью запрещаем все, кроме добавления, добавления add members. Чат. Yeah. То есть закрываем, а add members оставляем. Это все закрываем. Хорошо. Да. Все. Сохранить. Так, сохранить. Окей. Okay. Еще раз сохранить. Еще раз сохранить. Да. Все. Вот это первоначальные настройки, которые мы можем сделать. Ага, это понятно. Любой человек может делать с телефоном, правильно? Да. А, теперь мы с вами создаем своего собственного бота. У себя в Телеграме пишем бот Фатхер. Пишите его там в поиске. Бот Фазер. Бот Фатхер. Фазер. Да. Yeah. Я так уже говорю как по-русски. Вот, вот этот он. Синий вот вижу, галочка. Да. Угу. Обязательно синий галочка. Нажимаем старт. Нажимаем старт. Нажимаем старт. Окей. И делаем, нажимаем на, значит, на команду new bot. Самая высокая. А, меню, да? Не-не-не-не, наверху new bot. Видишь, да, вот там видите, стоит. Два варианта. Есть два варианта. Можно так, нажать где? Меню. Можно нажать меню. Меню. New, new bot. Bot. Первый, да? Да. Угу. Да. А можно вот с этого списка, который выше. А, угу. Здесь мы делаем 3 действия. То есть мы здесь скидываем название нашего бота. А название нашего бота нужно, чтобы оно было такое же, как и наша группа. То есть если у нас группа звучит трафик с телефона, давайте перейдем да. в нашу группу, скопируем название нашего, нашей да. группы. Так, где она у нас поэтому теперь? Можно закрыть, просто закройте сверху. Где мы писали бот фазы? Да, а, да, 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 поняла. Угу. Там есть крестик, все, закрываем. И переходим в нашу так. группу, которую мы создали. Дай Бог теперь найти, как мы там написали. Она была без фотографии, ищи. Во-первых, она без фотографии, и она звучит трафик с телефона. Да. Напиши а наверх, начинай писать и найдешь. Да, нет, трафик. Сарма, трафик. Я вижу. Трафик. Вот он. Вижу. Все, заходим, копируем название. Это как будто название или линк? Не, название, вот именно это, трафик, да? Телефон. Именно да. название группы. Да. Copy name, я. Все, закрываем, переходим обратно в бот фазы. Ага, бот фазер. Так, окей. Бот фазер, вижу. И пишем здесь, да? И
И вставляем, да, вставляем это название И и отправляем. да. И дальше нам нужно написать просто username. Этот, который у нас на моей группе. Username бота. И А, username вот. бота давайте так и напишем, так же, как и у нас Группа, да? группа. Да, трафик. Пишите прям трафик, прямо здесь. Прямо пишите на английском. Трафик. Маленькими, да? Трафик. Без разницы. Трафик. Нижнее подчеркивание, Вот. телефон. Вот Не-не, так, да? сперва Телефон и потом вот. А. да, трафик, телефон. Телефон и еще Обязательно делаем бот, нижнее да? подчеркивание, бот. Ну Да, так, то есть... ой, там, так, подожди, трафик, телефон, бот. Да, правильно. Все. Ладненько, И отправляем. отправляем. Все, у вас создался Это ссылочка, да? ваш первый бот. И именно этот бот, он будет привязываться к сервису Money Magnet. Ага. То есть это говорит о том, что в ваших чатах никогда не будет посторонней рекламы, потому что вся автоматизация создана на вашем боте. И только Ага. вы владеете этим ботом, которого вы добавляете в свой чат. Поэтому это и есть самое лучшее решение. Потому что когда вы в свои чаты добавляете ботов антиспам, ботов приветствия партнеров, бота чистильщика, бота административного бота, эти боты, они начинают вам слать в ваш чат рекламу. У нас уже была такая тут Вот. ситуация. Мы делаем все настолько справедливо, чтобы у каждого человека были инструменты, необходимые для ведения чата, для автопостинга, для чистки чата, и чтобы эти инструменты владели только сам, ну, сам человек владел этими инструментами, и никто ему никакую рекламу там больше свои чаты не направлял. Вот это большое преимущество, и доносите это преимущество до своих команд, что именно создавая автоматизацию в компании Money Magnet, вы владеете этими инструментами, и никто вам рекламу уже лишнюю не пошлет. Вот. Это прям супер важно. Понятно. Дальше. Теперь что? Теперь здесь нужно аватарку поставить. То есть у нас есть бот, но он пока без аватарки. Нажимаем меню. Так, Меню. меню. My Bot. Это вторая. Вторая. Да. Угу. И нажимаем на трафик, телефон, бот на кнопочку Здесь, зеленую. да? Да. Угу. Все. Здесь edit бот, редактирование бота. Ага, Edit да. бот и edit botpick, редактировать картинку. А, не можем. Name можно поменять. Да. Edit Ага, botpick. picture, ага. Описание. Да. Нам сейчас нужно только картинку. Так, Edit botpick. это у нас Picture. picture, да? Edit. Нет, edit botpick. Botpick. Внизу, внизу, edit bot pit, Вот. this, yeah, Edit bot pit. botpick. Да. Да, Это ага. картинка бота. И все, сюда мы просто отправляем картинку бота, Вот я картинку не знаю, Money Magnet. Просто картинку Money Magnet. да, Откройте. я боюсь, что мне этим компьютер не будет. Подожди. Не, здесь вот сделайте cancel, сделайте cancel. Сейчас мы Да. добавим. Вот смотрите, видите, слева есть группа, вернее, бот ваш, Money Magnet. Этот, Откройте, да? да, откройте его. А я его потом могу поменять, да? Да, потом поменяйте. Откройте его и скопируйте картинку, сохраните Так, на подожди. название, да, и картинку вот эту бот сохраните себе. Вот. Сохраните куда-нибудь и ее вставим. Все, Так, закрываем. это мы Обратно закрыли. переходим. Это все тоже можно сделать на телефоне. Если у вас нету картинки, сохранили себе на Так, телефон. у нас было это фазербот. Фазербот, да. Да. Переходи фазербот. Так, вон секунду дайте мне. Так, и теперь я эту картиночку просто отправляю, да? О, это, да. И Окей. open, и И отправили. send. Все, Да. теперь у вас есть собственный бот, и у этого бота есть картинка. Теперь я немножко отойду от настройки Да. и советую рандомизировать
все, чтобы было все в одном месте. Угу. У вас уже есть папочка по Money Magnet слева? А, вот, Money Magnet. Да. Вот. Добавьте в эту кнопочку, внизу нажмите Edit. Вы думаете добавить этот бот там, да? Добавить сейчас нужно нам сюда трафик бот, бот фазы, и добавить нашу группу, которую мы только а что... я только думаю, что я буду здесь, потому что я сделала отдельную давайте. группу Бота. бота, да? Да, давайте сюда добавим тогда. Так, давайте тогда. Где я могу его теперь поменять? Edit. Ниже. Ниже. Вот, да. Edit. Edit, вижу. Выбираем группа bots, бота группас. Здесь Bot. В списке папочек. Ниже, да, ниже. Да, да, ниже да. У тебя последняя папа. Да, бота группас я вижу. Groups. И теперь и здесь добавлять, да? Отчат, да. Отчат. Чат, да. И Вот. теперь И нам надо идем... трафик бот уже тут у нас есть этот. У нас надо теперь найти трафик с Азер, телефона. я? Нашу группу. Да. Трафик с телефона. Ага. Трафик. Вот он. Вот он уже есть. Вот да. Он, и давай. У нас надо этот бот, фазер бот, да? Бот фазы. Бот. Да. Вот а он. я уже вижу его. Вот он. И давайте еще добавим основного бота Money Magnet. Напишите. Money Magnet. Money Magnet. Вот он, бот. Я вижу. Все, сохранить. Сохраняю. Чтобы у вас все было в одной папочке. Да. Очень даже хорошо. Это очень так, полезно. Сохранили. Закрываем. Да. Закрываем. Окей. Все, вот у нас в одной папочке теперь все. Угу. Что мы дальше делаем? Мы, в принципе, что мы сделали, да, с вами сейчас? Это мы в группе сделали небольшие настройки и сделали своего бота. Теперь этого бота нам нужно вставить администратором в свою группу. То есть поднимаемся здесь наверх, копируем юзернейм нашего бота. Этого фазербота, да? И нет, не фазербота, это закройте. Именно бота, которого мы создали. Нашего бота, да? Да? Трафик бота, да? Вот в бот фазы. Нет, в бот фазы. Не, ты иди на бот фазер, и там тебе нужно сейчас данные скопировать. Бот фазер. Прокрутите вверх. В бот фазы. Да. Еще вот. Вот у нас основная табличка, где у нас есть юзернейм и API ключ. Мы это, копируем да? Синенький юзернейм, копируем его там. Это, да? Окей. Да, можно просто нажать на него, можно скопировать. И теперь идем в нашу группу. Нашу группу. И здесь идем в управление группы и назначаем администратором этого бота. То да, есть мы привязываем сначала... А нет, я думаю, что я здесь могла добавить... Здесь добавить на плюс нажимаем. Это не обязательно сначала добавить участников. Не обязательно. Закройте. Можно сразу пройти в управление группой. Да, тогда здесь, да? Да, здесь вот. Manage. Manage group, да. Окей. Manage group. Здесь administrators. Администратор, да. Просто и здесь добавляем, да? Кнопочка add администратор. Add. Ну, а мне надо его там сначала paste, да? Нет, сначала нужно нажать на кнопочку add администратор внизу. Подожди. Вижу. Угу. А теперь? Теперь вставляем. Угу. Вставляем. И у нас входит она уже как будто автоматически тут и... Да, вижу. Только вы выбираете свой именно трафик. Трафик, телефон. да. Я потом переделаю эту, чтобы мне он чуть-чуть отличался, да. Хорошо, потому да. что эти уже девушки наши делали. Я хочу чуть-чуть, чтобы я поняла, что эти мои. Ладненько, то можем здесь... Делай до конца, Саша, давайте чтобы видно сделаем. Было, да. Да. Нажмите трафик, телефон. Нажмите трафик, телефон. Этот? Окей. Ага. Окей, сохранить. И сейв. Все, что мы с вами сделали? Все, здесь просто закрываем, close.
Close и там сохранить. Сохранить. Все. Мы добавили с вами бота, которого создали в свою группу. Теперь мы подключаемся к системе Money Magnet, к системе автоматизации. Мы идем в бот-фазы, и копируем API-ключ от нашего... Это длинненькая, да? Да, вот эта длинненькая API-ключ, ее копируем. А нет, он мне дает так, да? Угу. Копет. На текст нет, ключ только. Копет. Он не дает. Почему? Лучше либо выделить, либо просто нажать. А, лучше тогда нажать, да? Все. А, текст копет. Окей, угу, поняла. Мы скопировали API-ключ. Переходим в бота Money Magnet. Money Magnet. Окей, вижу. Меню, инструменты, tools, автоматизация, да, автоматизация, готовое решение, настроить группу и вставляете этот токен, который скопировали. Отправляете. И дальше нужно просто еще раз вставить юзернейм своей группы. Переходим в трафик телефон. Да. Копируем юзернейм группы. Вот этот, да. Угу. Тоже просто нажатием, да? Да. И переходим обратно в бота Money Magnet. И да. Отправляем. Вот Money Magnet. Ой, мне это черненько. Наверху, наверху. Да-да, мне просто это, ну, от зума сверху. Так, бот Money Magnet вижу. Угу. Отправляем. И... Paste и отправляй. А, он уже пошел. Нет, не пошел. Все. Окей. И видим, что он наполняется. Переходите в свою группу. Так, подожди, теперь нам надо. В самом верху. В самом верху. Выше, выше. Погоди, он не идет, мне не дает. Ну, что? Телефон наверху, самый верхний. Трафик телефон, потому что это эмблема. Вот. А, он уже, он уже прислал. Он вам уже наполнен. Так, еще мне тогда такой вопрос. Как я теперь могу, вот это мне теперь как будто, эта группа у меня на мой профиль, на мой личный. На ваш профиль. Как мы его можем переслать на это дополнительный? Нужно создавать на дополнительном. То есть, тогда сделаем такую же вариант. На дополнительном аккаунте. Но ссылка будет ваша, реферальная. Да-да-да-да. А находиться группа будет на том аккаунте, который дополнительный. Ну вот, а как я могу перевести примерно вот мою группу, как будто, которую мы сделали, Traffic Bot, да? Эту группу мы сделали, да? Да. Вот смотрите, вот у нас наша группа Traffic с телефона, так? Да. Эта группа у нас автоматически наполнилась контентом. В этой группе автоматически сейчас подключен бот последнего сообщения. Угу. Кстати, вот эти давайте сообщения вверху удалим лишние. Вверх пройдите. Вверх. Да. И лишние вот эти технические сообщения. Эти? Сейчас у нас в этой группе работает бот-чистильщик, который ваш бот-чистильщик, который никогда никакую рекламу не пошлет и так далее. То есть, понимаете? Он привязан к вашему боту, который мы только что создали. В этом и есть отличие и самое... Ну вот, как будто ничего лишнего, да? Все, ничего лишнего, да. И вот смотрите, теперь давайте скопируем юзернейм вашего дополнительного аккаунта. И моего, окей. Сделаем так. Трафик с телефоном на дополнительный аккаунт. Так, сначала мне надо... Сначала копируем юзернейм. Здесь или моего профила? Твоего профила. Моего, вашего профиля. Здорово. Вот это будет тот. Да. То есть вот этот скопируйте. Юзернейм, да? Да. Копит линк, окей. И
Дальше. Переходим в нашу группу. Трафик телефон. График с телефона, да. Нажимаем управление группой. Здесь, да? Да. Да, manage group, да? Manage group, manage group. Дальше administrators. Угу. Add администратор, то есть добавить Подожди, мне опять это черненькое тут сверху. Add administrators. Вставляем свой юзернейм. Yes. Можно без tell me. Надо этой собачкой, да? Собачка, да. Так, хотя иногда он и так находит, почему-то сейчас не нашел. А, уже нашел. Вот это. Вот он. И нажимаете на него, и вот здесь, смотрите, вот здесь нужно просто добавить кнопочку Add Nav Admins, то есть добавлять администраторов, самое последнее. Добавьте синенькое ее, сделайте. Добавьте которую... возможность. Это? Красненькую вот сделай синеньким, да. Угу. И вот как только вы сделали, у вас появилась надпись Transfer Group Ownership, то есть передать, здесь, владение, да? Передать владение группой. Да. Нажимаем на Transfer. А здесь надо, установить, set password, да? Установить верификацию, да. Да, подожди, есть, тогда мне здесь надо сделать быстренько паспорт, да? Да, да, нажимаете set password, вставляете. Окей, okay, one moment, давайте. Только запомните, да, это да, да. Этого дополнительного аккаунта да, вижу. Сейчас устанавливаете пароль. Рекомендую, конечно же, прописать почту, чтобы было вашу рабочую почту, чтобы можно было восстановить, если что, пароль двухфакторной аутентификации. Ну да, два раза написала все, да? Ну, это почту, не надо. Ну, я рекомендую почту, если хотите, если вы точно знаете, что вы написали правильно, можете нажимать Save. Да, подожди, 9, 4, 6. Ну, черт поймешь, может быть, еще раз напишем, а? Поэтому я говорю, что лучше почту написать на всякий случай. Подожди, я буду писать теперь медленно. Я также рекомендую не писать, а, допустим, откуда-то скопировать. То есть вы да. написали на текстовом документе. Ну, у нас сейчас просто запись идет. Вот. Так, и тогда лучше это здесь все-таки написать email, да? Напишем свою почту, конечно. Свою рабочую почту напишите. Сейчас туда придет код, мы этот код вставим. А, нет, не надо, потому что мне это, я купила новые, и у меня еще нету этого почты на этом компьютере. Стираем, все, стираем, стираем. Давайте. Ну, на телефоне а можете. Тогда, ну, ладно, как там будет, так будет. Но... На телефоне можете посмотреть, да, сохранить. Да. И нажмите skip email. Cancel. Cancel. Нет, без email. Skip email. Все, окей. Окей. И еще раз здесь нажимаем Transfer Group Ownership. То есть передать. Ага. А, ну вот он пишет, что типа попробуйте позже, да? Потому что условия, видите, какие условия, да? Что если на этом аккаунте верификация установлена не раньше 7 дней, да, то есть мы да. ее только установили. Да, если да, вы да. зашли в этот аккаунт не позже 24 часов. Да, вот у меня одной девочки вот это тоже, она мне просила, почему он не дает дальше идти. Я говорю, наверное, надо потому ждать. Что новый аккаунт надо подождать. Да, да. Ну, правильно, тогда все понятно. Через какое-то время мне надо опять это проверить, да? Да, да. Но, в принципе, если все хорошо, при нажатии на кнопочку на эту... У вашего дополнительного аккаунта появляется вот эта группа ну, трафик понятно, да. с телефона, а вы у себя уже можете ее удалить и с админов тоже выйти, а можете остаться. А я могу и остаться, да? Да. Ага. Но владеть будет группой уже ваш дополнительный аккаунт и какие-то ага. делать манипуляции. Ну что, мне теперь сейв, здесь да? Просто сохранить, да, здесь просто сохранить, да, все. Close и еще раз сохранить. Все, окей. Мы с вами настроили. А дальше уже любой партнер, да, он
этот чат начинает наполнять, то есть он проходит в наш Ну, тогда мы здесь бот Money Magnet. идем наш бот, да? Да, бот Money Magnet. Автоматизация. Так, инструменты, меню, инструменты сначала. Меню, инструменты, Tools. Так, автоматизация. автоматизация. Проходит готовое решение. Угу. И проходит бот, трафик бот. Все. Трафик бот. И здесь... Вот видите, мне как будто я отсела, я тоже вот блондинка, если откровенно говоря. Я когда уже начала, я отправила свой реальный юзернейм, но который мой, да. А потом здесь-то появилось это все, что он там пишет, и я не видела, что он все-таки мне уже пришел, где мне надо платить. Я отправила, потом сделала эту дополнительную, эту тоже отправила. Он взял деньги, дал мне все как положено, ну вот и ждем теперь. Нету. Все, все, ну, сейчас вышли. Нормально, да? Да-да-да, просто где-то, наверное, я говорю, там же постоянный поток идет информации. Ага. Он чек принял, ему кто-то написал, он это. Поэтому вы можете написать здесь, прям напишите, группу пока от вас еще не получила, жду. А, ну, там я на русском потом напишу. Нету Ага. На клавиши русского. А, ну все. Ну, то есть прямо здесь в трафик-боте напишите сообщение, чтобы он не забыл. А то А, ну да. он А, мог тогда он мой лучший друг теперь, да? Понятно. Да. Увлечься с кем-то мог, и поэтому такая А, ситуация. ну, понимаю, понимаю. Пошел не туда, куда надо. Ланика, спасибо большое тебе. Теперь уже и чуть-чуть... что дальше? Вот как, например, подключить можно трафика, да? То есть следующий шаг сейчас будет через бота подключить трафика. Правильно, Максим? И да, и вот здесь нажмите на квадратик с четырьмя точками внизу, вот здесь, где сообщение пишем. А здесь? Да. Вот, вот выходит четыре кнопочки. То есть invite, накрутка группы, парсинг и invite. В данном случае мы делаем накрутка группы, заказываем накрутку 500 человек. 150 рублей, насколько помню, стоит. Ага. Потом мы собираем чаты, как я научил, да. И заказываем парсинг. Нам собирают целевую аудиторию. Да. И только потом мы нажимаем на кнопочку invite и и отправляем заказываем этот свой, который мы выбрали, да? Да. Ну, понятно теперь, да. Инвайт, это получается именно группу или... Нет, эти... Список целевой аудитории А, уже добавляется список. в Инвайт, вашу это список группу. уже, Да. Да. Ну, которые мы там отбрали, эти кошки, зайчики и все остальное, да? Да. Ага. Парсинг – это чтобы собрать целевую аудиторию, да. А инвайт – это чтобы целевую аудиторию добавить в вашу группу. Ну да, и тогда он от этого нашего списка будет брать по 50, по 100, как надо, да, и далее. Еще мне, я вот у меня такой вопрос. Окей, вы говорите, мы сделаем, ну, группов 20 или даже больше, да, и как это... Вот как это смотрится на самом деле, когда у меня вот примерно 20 групп, я их добавляю через, все равно через этот свой реальный бот, да? Я этот инструмент потом покажу. Этот А. инструмент будет как клонер групп. А, Клонер. поняла. То есть вы назначите донором Да. определенную одну группу. Угу. И покажите юзернеймы остальных групп, которые нужно настроить. Нажимаете ага. кнопочку, и они у вас все 20 групп настроены так же, как и первая донорская. А, понятно, да. Да. Угу. Все будет максимально автоматизировано, чтобы не делать каких-то лишних. Ну да. Ну да, но теперь Максим, уже где понятно. Можно поменять именно вот в программе время и, скажем, тексты, да, то, что мы даем на группу. Да, вот это еще. Боте. Да, по поводу текстов, значит, переходим в Money Magnet. Так. В бота, да? Money Magnet, да. Угу. Здесь вот, видите, текст последнего сообщения. Да, видим. Вот, текст последнего сообщения. И сюда мы отправляем текст. Вот смотрите, сейчас я вам дам... Допустим, свой текст от
Малышкиной. Так, 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 где она у меня? Сейчас, секундочку. Который я тестовый прописал. Он, в принципе, получился хорошим. Сейчас, ой, Где он? столько Где я могу чатов теперь накидал. найти чат? В Сейчас, зуме. секунду. Ждите. Да, я А. ищу зуме, где я вижу чат. Так, вот. Ой, о боже мой, что там теперь? Ой, что-то нажимала не то, что надо. Ой-ой-ой. А, так они пишут. Вот теперь нашла, как они там это делают. Где могу найти наш чат? Ла-ла-ла. Мам-мам-мам. Не могу найти чат. Ну что за чудо, а? Увеличь Telegram, то есть Zoom просто, чтобы у тебя была полная версия, иначе ты не увидишь. Тебе, наверное, нужно отключить сейчас демонстрацию и Да. зайти заново, да? Чтобы ты увидела. Вот А. он. Видишь? Все, я в чате отправил. Да. Ну, ладненько. Так, подожди. В чате Зума скопируйте надпись всю полностью. Так, Тебе подожди. нужно выйти на полную версию зума, чтобы ты увидела то, что в чате он Завершите написал. демонстрацию. Да, завершите Да, stop демонстрацию. share. Вот. А, вот. Скопируйте текст и опять делайте демонстрацию. Так, где у нас чат? Ну, где у нас? А, вот, На нашла. полную версию, да? Нашла, нашла. Подожди. Так, важно, да? Это все с кепками, все мне надо полностью, да? Да, Да. все с этими, со скобочками, с паузами. Да. Я сейчас все объясню, как это все делается. Так, подожди, дай мне секундочку. Так, окей. Копет. Теперь это закрываем, и нам надо опять share, да? Да, share. Окей, share. Ладненько, теперь я здесь его ставлю. Теперь вы этот подготовленный текст вставляете Да, и и отправляете. отправляю. Да, все, текст установлен. Теперь в вашей группе немножко поднимитесь наверх. Вот так, стоп. Теперь в вашей группе будет публиковаться Подожди. вот такое сообщение. То есть здесь три разных сообщения. Первое. Важно. Новый инструмент для получения входящих заявок каждый день. Настрой готовое решение прямо на телефоне и зарабатывай каждый день вместе с командой. Забудь о неудачах в приглашениях и строй огромные команды с возможностью дубликации на глубину простейшего инструмента. Узнай подробнее по ссылке, двоеточие, и вот здесь будет ваша реферальная ссылочка. Ну, Ага. не реферальная, а А ссылочка. это тогда, когда мы ставим вот эту Да, такую прямую, тогда это потом идет конец. наша ссылка. Ага. Да, это конец, как бы, да, конец Да, сообщения. поняла. Потом через час выйдет второе сообщение. Внимание! Внимание. Доступен новый инструмент для добычи трафика. Получите входящие заявки каждый день. Готовое решение настраивается прямо на телефоне, без особых технических навыков. Для получения переходите по ссылке. И опять ваша ссылка на воронку. Ага, понятно. Это второе сообщение. И третье. Входящие заявки каждый день – это просто. Новый инструмент от Money Magnet всего за $15. Полностью готовое решение для построения огромных команд и дубликации в глубину. Настраивается прямо на вашем телефоне без особых технических знаний. Огромные возможности автотрафика уже доступны с телефона. Просто пройдите по ссылке. Вот такие три. Ну, а этом тексте, как вы говорили, мы можем их добавлять, какие там тоже вот эти, Любые какие-то свои две... эмодзи. Ну, Эмоции. все можно, Вот, да? да, то есть вы просто используете открытую фигурную скобку, Да. когда заканчивается ваш пост, А используете этой. палочку вверх. Да. И... Это как буква И, палочка. Да, нет, не буква И, это прям такая палочка есть на клавиатуре. В принципе, вы можете копировать отсюда, вот с этого А, текста. я нашла эту палочку, да, там есть. Да, вот. Ну, вообще, вы можете просто скопировать этот текст и прямо в этом тексте брать и править, делать. Переправить потом опять. А мы примерно вот эти три сообщения, мы же можем менять его через какие Вы опять. можете 10 сделать, 20 Ага. разных И сообщений. он будет вот так дать, И пока мне надоест, я опять снова ей поставлю, да? он будет по-разному рандомизированно брать любое сообщение Ага, из этого понятно. текста.
Вот это как раз и есть инструмент автопостинга, разного автопостинга, который вы можете на телефоне сами настроить, если человек умеет креативить, умеет красиво писать, умеет высказывать свои мысли, то он может подготовить свой текст. Ну, вот Готовый это интереснее, конечно, а то все время одно то же, да, уже, вот ну, я сколько и можно? говорю, для новичков, я почему всегда говорю, для новичков готово решение. Этот инструмент не надо настраивать. Он автоматически настраивается, автоматически постится. Это для ленивых, да, для ленивых. Но это первый шаг в освоении программ, да. Дальше уже человек начинает вникать и креативить, понимать, что, а, я могу последнее сообщение поменять, супер, а напишу-ка я там вот это, а завтра я напишу вот это, а послезавтра вот это. И начинает креативить каждый день, и каждый день у него разные-разные посты выходят, последнее сообщение. Это уже возможно делать спокойно в боте. Я показал где, а чуть позже у нас будет такой универсальный инструмент, который будет и посты менять, основные посты, и бота последнего сообщения. Максим, где интервал можно времени поменять? Здесь тоже. Вот, интервал времени вы меняете в боте админе. То есть проходим назад, бэк. Здесь? Нет, Не-не, вот здесь. страйк в боте, бэк, да. И у нас есть бот админ. А, вижу. Бот админ, да. Coming soon. Стоп, окей. Он сейчас, точно. Дождитесь. Вот смотрите, я могу вам сейчас показать, Да. как старым инструментом это можно сделать. Либо все-таки дождемся, и там уже в том... Ну да, понятно. Мы готовим. Я думаю, лучше дождаться, чтобы сейчас... Да. Почему? Потому что... А он здесь, где этот клонер, там можно будет добавить эти группы, да, эти чаты. Да, давайте я вам вот так сейчас просто покажу вот на своем. Ну да, чтобы понятнее было. Да, сейчас так. Я Сарма, сделал... закрой демонстрацию. Да. Я сделал демонстрацию, тоже скажете, как только будет видно. Видно, да. Видно. Смотрите, то есть вот в моем случае у меня есть вот такая админка, через которую я делаю автопостинг, делаю бот последнего сообщения. И также здесь есть, видите, бот админ, это вот он, есть бот клонер, вот он, где я пишу ссылка на донор канал, ссылка на, ну, в общем, есть такой инструмент. И постинг, да, то есть вот в этой админке, эта админка, она доступна каждому партнеру с второго стола, с активацией второй платформы за $50, да? И вот, активация происходит через вот этот, Скините, пускай Валда сохраняет. Через эту ссылочку, да? Но это пока инструмент, этот инструмент сейчас переделывается. То есть я вам сейчас даю ссылочку на инструмент, который у нас сейчас работает, но он переделывается с учетом того, что, как объяснить, вот мы с вами создали бота, да. Да? И этот бот, он привязан к Money Magnet. А инструмент бот-админ – это как отдельный инструмент, которым вы пользуетесь, ну, там, для любых чатов, для любых компаний. Он не привязан. И мы сейчас делаем, как бы его переделываем, чтобы в этом инструменте можно было привязать бота, а, понятно, да, которого вы создали, чтобы они взаимно работали, чтобы вы могли... То есть сейчас по вот этому инструменту, который я выставил, вам придется создать еще одного бота, чтобы в вашей группе сделать дополнительного бота последнего сообщения. То есть, в общем, вы сейчас пользуетесь через бота Money Magnet и меняете текст, да, понятно, последнего сообщения в виде вот того шаблона, который я вам дал.
Чуть позже вы будете все это делать не в боте, а вот в такой админке на сайте. Это я тоже все в технической школе покажу. Вот здесь вы вставите токен своего бота, имя, а здесь ставите текст, да, ну, то есть я все покажу, все будет понятно. Вставите картинку, вставите... Понятно, понятно, да. Можно, представляете, как будет, то есть это, ну, только эту запись, пожалуйста, никому не показывайте, потому нет, что нет. Это я никому еще не освещал. То есть будет такой инструмент, где вы 10 фотографий разных вставляете, разные текста вставляете, причем без всяких палочек, скобочек, просто вы вот так один текст написали, второй текст, плюсик нажали, второй текст добавили, третий текст добавили. Просто через плюсик добавляете много-много разных текстов, добавляете много картиночек, много видео, и сама программа берет и мешает ваш текст с какой-то картинкой, с каким-то видео, берет другой текст, другой, и вот это все публикует через настройка. Видите, вот настройка, и вот здесь... Вот здесь в настройках, но сейчас, видать, уже начали переделывать. Вот здесь есть время. В настройках бот-админ, вот здесь есть время постинга, в общем. Сейчас просто, видать, уже что-то переделывают, видите, уже. Да-да-да, работает. Нету. Да, вот здесь было. Укажите время публикации, такая... Стрелочка, и там час, два, три, четыре, пять, так через час. Вот. И также кнопочка вообще просто одноразового времени. То есть именно там опубликовать в 6 часов 15 минут этот пост, допустим. То есть это все будет реализовано в нашем новом инструменте. И тогда этот инструмент... Он не только будет, он будет, то есть у него будет возможность привязаться к Money Magnet и возможность на любую обширную аудиторию работать для всех своих целей в интернете, понимаете? То есть именно через этот инструмент вы сможете делать автопостинг, то есть автопостинг по времени, автопостинг в целом и бот последнего сообщения. Вот это в целом будет все работать. Но это причем... тогда, насколько я понимаю, те, которые уже есть на эти 215, то это как раз тот инструмент, который они будут использовать для своих проектов, да? Это даже на 50, это еще не 215. Опа, вот. Ну там даже громко это не надо сказать, пожалуйста, да? Новый инструмент, правда, не знаю. Андрей вроде говорил, что с 215 он будет доступен. Ну, в общем, не знаю. То есть в 215 там входит именно... Там входит... Да, он же клонера сейчас перепривязывает к этому. Да, то есть этот инструмент новый, он будет с 215. А с 50 будет вот такая админка, в которой будет просто одна кнопочка бот-админ, то есть которой можно будет менять только бота последнего сообщения. Вот видите, сколько у меня тут разных этих групп, я тут настраивал что-то. Да-да-да-да. Вот, то есть, ну, вот так. Ну, понятно. Такие инструменты. Ну, шикарная информация, конечно, мы не ожидали. Ну, вот голова вот такая. Да, голова кругом. Так не что... переживайте. Делайте все по шагам. Как немцы говорят, хут ап. Снимаю шляпу, да. Максим, хочу еще использовать возможность, потому что ты очень занятый, я тебе написала, но все-таки ты не успел открыть. У меня такой вопрос. У вас же, парня, там есть всякие программы. Пожалуйста, сделайте. У меня есть девочка, которая может... ну, говорить очень хорошо на английском, но мне нужен этот видео, который у вас есть, это минута с чем-то. Он очень классный, потому что у меня нету такой программы, чтобы поменять там этот текст, который идет на русском, так супер, на эти слайды, да, и чтобы они написали на английском текст, а мы уже будем ставить звук на английском.
Я понял. Вы мне сейчас в чате напишите свой юзернейм, чтобы я вас долго не искал. Я вам Так, сейчас подожди. прямо сейчас его вышлю. Онлайн-портал. Здесь пиши Онлайн-портал. просто в чате, в зуме, пиши свой этот А, юзернейм. подожди, минутку, да. To everyone, окей. Я думаю, что я из этого отправила, но не скажу, что 100%. Да, только забила. Онлайн портал. Собачку забила. Так, собачка. Ну вот, я думаю, от этого я вам отправила этот видео. Но он у нас только один. Вот у вас в боте тоже этот видео идет. Да, сейчас, Такой сейчас, сейчас. коротенький. Онлайн-портал Сикер. Seeker, а почему-то не находит он. А, буковки N нету. Онлайн. А, Вот. есть, Энн Бурт пропал. Все, добавить контакты. Ага. Нет, у меня нету Он переписки со. тогда другого профиля, наверное, Так. написал. И сейчас я вам сюда я вам сейчас так фото видео и отправлю так аж интернет сейчас делаем money magnet и давайте вот так сделаем Потому блоком. что мы сделаем теперь, вот у нас такая идея появилась девочкам, потому что эта длинная презентация, она хорошая, что когда мы приглашаем их на презентацию, но нам еще надо их еще до этой презентации довести. То я вчера сидела, мы сделали такую, как будто первый шаг, чтобы он вообще хотел прийти на Zoom презентации. После Zoom тогда мы сделали такую на 10 минут, как это стратегию насчет это 3-9-27, чтобы он понял по цифрам, что и как. И тогда вот хотим сделать эти две тоже на английском. Мне девочка завтра делает. Жены сам договорилась на русском, потому что у нас все-таки акцент такой не очень, нам надо такого, ну, чтобы было эмоциями, понимаешь, да, и сделаем вот такие коротенькие видео, чтобы мы шаг по шагам могли дать им информацию по чуть-чуть, а уже на большую полную тогда Валда сделает полную презентацию насчет латышского. Да, жду по PowerPoint-версию, чтобы мне сделать перевод уже такой довольно, ну, качественный. Вам надо в PowerPoint нашу презентацию. Да. Да, на русском. И ее в PowerPoint у нас, насколько я помню, нет. Ну вот, потому Если можно было бы сделать, было бы супер, потому что, ну, мне так легче будет перевод сделать полностью. PowerPoint ее у нас нет Да, и не потому было. что я И не было. переделала в Canva, но я должна была ставить наверху как будто Наклейки. наклейки, а потом писать как будто на латышском. Ну, когда есть PowerPoint, тогда просто можно поменять текст, и он уже выглядит как реальный, как натуральный. Ну, я спрошу, я понял. Да. Я спрошу, Есть как это такая сделать. программа. С Ларой уже как бы отправила запрос, она мне обещала, что дизайнеры сделают. А, ну все, значит, если Лара работает, значит, сделают, ага. Ну да, и от вас, пожалуйста, это видео. Хорошо, Максима, большое спасибо. У нас время, как говорится, идет, и уже скоро следующая встреча, так что большая благодарность, что нашел время, подключился, и мы провели такой уже. Наверное, я Да. вырежу конечную стадию от этого, ну, то, что ты нам показывал, чтобы именно инструкцию дать под подключение группы, чтобы у Да, людей было это все. видео просто обрежьте, лишнюю болтовню Да. оставьте только Хорошо. то, что нужно, потому что и все будет отлично. Отлично. Ну, Спасибо все, за встречу. спасибо. Я видео выслал с армии. Значит, пишите, звоните и до Да, встречи. хорошо. До встречи, спасибо. До Хороших свидания. выходных. Хорошего Пока. дня. Пока-пока. Взаимно. Взаимно. Хороших выходных.